Жара и грозы. В эти выходные во Владимире ожидается аномально жаркая погода. На территории города прогнозируют температуру выше 30 градусов тепла. Спасатели рекомендуют горожанам как можно меньше находиться на солнце, чаще проветривать помещение и пить больше жидкости. А вот от спиртных напитков МЧС рекомендуют категорически воздержаться. Что же касается передвижений по городу, все поездки советуют проводить утром и вечером, избегая самых жарких часов. Но поездка на речку тоже не лучший выход. Кроме аномальной жары, в области прогнозируются грозы с градом, а также усиление порывов ветра до 22 метров в секунду. Владимирские спасатели не исключают, ситуация может развиваться по столичному сценарию. Напомню, в среду в Москве порывы ветра срывали крыши с домов и валили деревья. Силы и средства Главного управления, а также территориальной системы области переведены в режим повышенной готовности. Они готовы к выполнению задач при возникновении происшествий ЧС. Конечно, возможны происшествия на территории Владимирской области, но мы к этому готовы.